гладкими руками сшивал какие-то бумаги. Лицо его было сумрачно, негладко, точно булыжник. Щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слепались. Увидев поручика, он тяжело поднялся, вздохнул и вытянулся во фронт. Поручик злой и не опохмелившийся отвернулся и занялся своим делом. Минут 10 лилось слезами, но вот глаза его встретились смутными глазами писаря, и в этих глазах прочел он все. Красные занавесочки, раздирательный танец, старую всеобщей полезной военности замороженных групп. Когда даже профессоров солдаты берут, когда все уравняют, и даже свобода властности, поручик хотел послать Демьянову, но махнул рукой и сказал тихо: «А ну тебя, черт!» И вышел. Рассказ Чехова «Ворона» читал заслуженный артист России Валерий Никитенко. Записи с фондов радио. Вы слушали «Страничку юмора». Пойдем подождем. Пойдем, а то опоздаем.